Глава района навестил семью участника СВО в станице Северской. Их дом на улице Кирова недавно пострадал от пожара. Досталось и обитателям второй части жилища. Огонь уничтожил крышу соседней квартиры, но ее благополучно помогли восстановить. Хозяйка Надежда Константиновна выразила огромную благодарность за помощь. Конечно, я не так пострадала, только крыша, но все равно своим средством не сделаю. Так что пусть вас Бог благословит в вашем труде. Спасибо. Ну а в наиболее пострадавшем жилье семьи участника специальной военной операции в данный момент уже идет процесс оштукатуривания стен. Закуплено оборудование для системы отопления, приобретается необходимая мебель. Выполнен монтаж новой электропроводки. Завершены подготовительные работы для отделки потолков. Появилась новая пристройка. Помимо средств из резервных фондов администрации района и поселения, деньгами и стройматериалами помогают предприятия, индивидуальные предприниматели и инициативная группа граждан. До наступления холодов ремонт в доме должен быть завершен.